Завтра православные будут отмечать праздник Крещения Господня. Одна из его традиций – крещенские купания. Они начнутся сегодня ближе к ночи. Обычно участие в них принимают несколько тысяч жителей области. Губернатор Сергей Митин подписал указ об обеспечении безопасности людей во время крещенских купаний. Соответствующие поручения и рекомендации даны Департаменту здравоохранения, органам местного самоуправления, полиции и МЧС. Всего на территории Новгородской области обустроено 22 купели, в том числе две в Великом Новгороде, на Софийской набережной возле домика моржей и на другом берегу Волхова у парка 30-летия октября. В указанных местах будут установлены палатки для обогрева и полевая кухня, а также организовано дежурство спасательных служб. При этом сотрудники МЧС напоминают новгородцам о правилах безопасности поведения на воде. В первую очередь, это, конечно же, не купаться в алкогольном состоянии, так как алкоголь вызывает спазм сосудов, что может быть опасно для жизни. Также следует проконсультироваться с лечащим врачом, мало ли есть какие-то противопоказания купания в холодной воде. И не находиться более одной минуты в воде, так как более длительное нахождение может вызвать переохлаждение организма. От крещенского купания следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел. Кроме того, окунание в ледяную воду противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями носоглотки, сердечно-сосудистой системы, органов зрения и дыхания, а также желудочно-кишечного тракта. За 2 часа до погружения в купель следует плотно поесть, можно выпить ложку рыбьего жира. Перед заходом в воду необходимо разогреться, сделать небольшую разминку или пробежку.